Ребята, здорово, это Шамшурин, и я хочу вас от всей души поздравить уже с наступившим 2021 годом, пожелать вам любви взаимной, настоящей, конечно же, это самое главное, здоровья и финансовых, материальных каких-то успехов, то есть свершения ваших целей, ваших финансовых планов и задач. Вот. Но самое главное я хочу пожелать в конце. Это, собственно говоря, относится к теме этого видео. Тема этого видео – почему же у одних мужчин получается преодолеть страх подхода, страх отказа, страх знакомства там, и так далее, как бы это ни назвали. А у других мужчин не получается это сделать. В чем же секрет? То есть, что же там за такой ген какой-то у них, или, не знаю, какая-то прошивка, или что за у них за колдовские вещи? На самом деле все гораздо проще, да, но прежде чем я вам буду рассказывать об этом, есть суперские, отличные новости. Этот месяц, мы решили его сделать таким месяцем мастер-классов. И впервые за очень долгое время я решил провести мастер-классы свои с собственным участием и участием ребят из моей команды в нескольких городах России. То есть, причем это, наверное, будет всего лишь 3 города. Не наверное, а точно. То есть, это будет Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Вот. Значит, что касается дат, ребятушки, вообще, что касается формата, это мастер-классы и теоретические, и практические. То есть мы соберемся с вами в каком-то красивом зале в вашем городе, оденем масочки, то есть там как-то соблюдем все необходимые указанные предписания, да, и будем с вами общаться, ребята. Значит, 3 часа будет происходить это действие, будет проходить мастер-класс, после чего каждый желающий может попробовать себя в полях вместе с моим тренером Юрой. Это очень крутой челлендж. То есть это то, что многим из вас нужно было уже очень давно. Важный момент. Значит, смотрите, в такое время, как сейчас, особенно, хотя и в любое время, любому нормальному человеку необходимо окружение, необходимо общение с мужчинами, с которыми он разделяет их цели, их стремления, у которых одна и та же философия в голове и так далее. То есть о чем эти мастер-классы? Еще и о том, что вы сможете там найти себе каких-то единомышленников. Вы соберетесь и с этими ребятами познакомитесь, мы с вами познакомимся, вы с нами, с ребятами из вашего города, которые также стремятся к развитию, к тому, чтобы прокачиваться в плане общения с женщинами, в плане каких-то своих целей, успеха и всего прочего. И это очень круто, это очень ценно, ребят. На мой взгляд, это самое главное, особенно в наши тяжелые, не самые простые, я бы сказал, времена. Очень важно обзавестись правильным окружением. Это очень и очень-очень ценно. Итак, значит, смотрите, по поводу дат. 16 января, Екатеринбург. Дата такая. 22, 23, 24 числа января мы будем вместе с моей командой в Новосибе. О чем это? Соответственно, 23 будет непосредственно сам мастер-класс. А все желающие 22, 23, 24 могут прийти на практику в Новосибирске. Внимание, да, то есть это будет практика для маленькой группы из 5 человек. Мы так один раз уже делали, то есть мы приедем в Новосиб специально провести маленькую практику на мини-группу. Это практически, фактически индивидуальная работа. 22, 23, 24 января. Мест очень мало, 5 человек, поэтому надо уже сейчас вам, ребятушки, их бронировать. Если кто-то на эту практику не попадает, то 23 января в Новосибирске будет мастер-класс непосредственно. И 29 число, Казань. Татары и гитары, буду рад видеть вас всех, казанцев, на своем мастер-классе. Также и теория, и практика. Вот такие даты. 16 Екатеринбург, Ёбург, ЕКБ, Свердловск, как угодно называйте. Это город, с которым связано мое детство в том числе. Значит, 22, 23, 24 января мы будем в Новосибирске. И 29 января мы будем в Казани. Будет очень круто, ребят, приходите. Это тусовка, это окружение, это новые знания, это практика, это все, чего сейчас очень многим людям не хватает. Вот. И, конечно же, с 4 по 7 февраля практика в Москве, на которой я буду прокачивать тех ребят, которые приедут к нам уже непосредственно прокачаться
от и до. Вот. Все ссылки, все подробности, все нюансы, и записаться, и узнать все, все подробности там под этим видео в описании. А сейчас, собственно говоря, к теме этого видео. Почему у кого-то получается, у кого-то не получается? Я долго думал, ну, есть куча всяких причин, да, там отсутствие опыта, отсутствие практики, отсутствие того-то, отсутствие каких-то инструментов по преодолению страха, инструментов для самомотивации, то есть... Это все детали, это следующий уровень. А первый уровень базовый, откуда все берется, это ваше желание. И по сути и те люди хотят. Но есть как бы желание двух видов. То есть есть желание от мозга. То есть, соответственно, из головы оно идет. И оно примерно выглядит всегда вот так. Неплохо бы, я бы хотел вот, то есть то-то, то-то. Хотелось бы. Но мозг так устроен, ребятушки, что он все-таки у нас от суслика по большей части, это такое животное что-то биологическое, и он всегда будет стремиться к комфорту, если вообще, конечно, можно назвать мозг чем-то отдельным от вас, ваш ум, скажем так, он всегда будет стремиться к комфорту, к безопасности, а те навыки, которые нужны для того, чтобы соблазнять лучших женщин и получать, и найти себе самую лучшую, выбрать ее, и вообще прокачаться по жизни как личность, то есть для этого нужно, естественно, идти в дискомфорт. Мозгу этого не хочется. Поэтому как только вы соприкасаетесь с каким-то небольшим минимальным дискомфортом, все сразу идет к черту, потому что ваш мозг говорит, блин, все, ладно, я передумал, это не мое, я не хочу и так далее. Это желание, которое зародилось в вашей голове. А есть еще желание, которое зародилось у вас в душе. Где-то в сердце, где-то на более каких-то глубоких пластах. Я не знаю, как это объяснить, но назову это словом в душе. Сразу же вспоминается, как рассказано, написано у Коэльо, да, то есть, если ты по-настоящему чего-нибудь хочешь, вся вселенная, еда, там так и написано, значит, если ты по-настоящему чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое исполнилось. Ну, там и так далее. То есть, потому что это желание зародилось в душе вселенной. Там, в общем, там очень красивые слова, если не читайте, почитайте. Я в это верю, потому что я проверил это на себе. И если у вас есть желание где-то в душе, настоящее, истинное, искреннее желание, то как бы вы ни обламывались, а начав этот путь, начав практиковаться с женщинами в частности, естественно, будут и позитивные моменты, и негативные моменты, и всякие моменты. То есть будут какие-то моменты, какая-то жизнь начнется в конце-то концов. И когда вы будете это делать и соприкасаться с неудачами, они не будут вас останавливать. Почему? Потому что история такая, значит... Вы упадете, вы отряхнетесь, вы пойдете дальше. Потому что у вас есть в голове такое ощущение, что такое знание и понимание того, что я без этого уже жить не смогу. То есть, либо я получу то, что я хочу, либо никак. Это настоящее желание из души. Чем они отличаются? Ну, тем, что как бы ты не падал, как бы ты не запинался, с чем бы ты ни сталкивался, ты все равно получишь то, что ты хочешь, ты все равно придешь к тому, что ты хочешь. Ты будешь делать действия вопреки всему. А в первом случае, при первом же негативе, при первой же неудаче, ты останавливаешься. Вот в чем отличие. Как перейти из одного уровня желаний в другой, вот я, честно говоря, не могу вам сказать, ребята. Это вы себя должны спрашивать, а хочу ли я этого, а по-настоящему ли я этого хочу, а что я готов сделать, потому что если вы чего-то по-настоящему хотите, вы готовы сделать для этого очень многое, ребята. Спросите себя, и, собственно, чего я хочу пожелать вам в новом году, чтобы у вас побольше было вот таких вот настоящих, искренних, истинных желаний из души. Потому что, когда у вас такие желания, ребят, вас не остановит никакой кризис, никакая пандемия, никакие проблемы внешние не остановят вас, не помешают вам. Потому что это ваши настоящие желания. И таких желаний я вам, ребятушки, желаю побольше в этом году. Итак, значит, 16 числа января мастер-класс в Екатеринбурге, 22, 23, 24 мы всей командой в Новосибирске. И 29 числа то же самое, мастер-класс в Казани.
Плюс 4 по 7 февраля практика в Москве, если кто-то уже созрел. Все ссылки, все подробности и запись здесь, под этим видео. Оставляйте контакты, с вами свяжутся мои ассистенты. И, собственно, увидимся с вами, поздороваемся с вами, познакомимся с вами лично. Я лично буду жать каждому из вас руку. Буду очень рад тому, что есть ребята, которые смотрят меня, которые помнят, которые узнают на улицах. Сейчас вот в Самаре нахожусь, меня вчера тоже чел узнал в торговом центре. Вот, поэтому, ребятушки, всех вас жду на моих мероприятиях. Я вас еще раз поздравляю с Новым годом. Все ссылки под этим видео. Все, пока, счастливо, удачи.